данном видео будут наборы от компании Жанлин и Буцилы. И начнем с Жанлин. Начнем с такого набора. Он есть в двух экземплярах. Это идеальный вариант, у кого проблемы со зрением. Здесь вышивка идет на основе AIDE, смотрите, 9 или 6 каунта. Шестой каунт. И вышивается целой пасмой, 6 нитей. Такая получается подушка. Посмотрите, какая здесь AIDE крупная. Фетр на обратную сторону. Нитки. Таких два набора, они абсолютно одинаковые. При желании, если, например, вам понравился дизайн, вы можете вышить на более мелком каунте, у вас останется достаточное количество нитей. И такие наборы стоят по 1300 рублей. Жанлин. Это дизайн от Prairie Schuler. То есть это та компания, которая сейчас выпускает схемы. Раньше она вместе работала с Жанлин. Такие вот интересные дизайны. Вы можете их вышить на одной основе целиком. Нитки красивые. Можете вышить пинкипы. Вот я не знаю, только тогда здесь основы хватит или нет, если здесь вышивать пинкипами. И такой набор, очень редкий, снятый давно с производства, 3000 рублей. Далее. Жанлин сэмплер с единорогами, Unicorn Tapestry. Новый. Не вскрывался. 4000 рублей. Свадебные колокольчики. Нитки новые, запечатанные. Металлик есть. 1500 рублей. Интересный набор. Новый. Здесь 4 сезона. И каждому сезону идет паспорту. Такие здесь сезоны. Набор, нитки. И вот, посмотрите. 4 паспорта. Такой набор. 3000 рублей. Следующий набор называется 8 кошек. Новый. Но здесь порвалась снизу, видите, упаковка. И я случайно сейчас выдернула вот эти нитки. То есть так они до этого лежали ровно. То есть из них ничего не вытаскивалось. Такой набор стоит 1500 рублей. Далее. Оцелот. Новый, запечатанный. 1600. Маленький летний сэмплер. Новый, запечатанный. 1300. Знаменитый набор от Жанлин. Одни из самых знаменитых. Это осенний сэмплер. Сейчас его вышивает Динара, блог, видео, YouTube канал «Дама с вышивкой». У нее очень красиво получается, она снова поменяла. Такой набор стоит 3700. Также есть из этой серии летний сэмплер. Тоже новый. Запечатанный, тоже 3700. Далее. Маяк в окне. Разобранные нитки, новый, запечатанный, 2700. Тоже новый набор. Просто называется «Маяк», запечатанный. Вот
Это очень красивое сочетание ниток. О, красота. Где же они используются? Наверное, море, да? Море, камни, то есть это то, что основное. Такой набор стоит 1500 рублей. Лодки и буйки. Новый, запечатанный. 1500 рублей. Три птицы на колесе. Новый, запечатанный. 2600. Птицы. 4 сезона. Он переупакован. Здесь все на месте. 1800. Четыре голубые птицы. Десяида рустикальная. Нитки очень яркие и красивые. 1800. Ой, 1400. Извините. Также очень интересный набор. Окно с виноградом. В таком каком-то средневековом стиле, похожее на витраж. Много ниток здесь. Здесь выпадает из пакета. Видите, видимо, была резинка, и уже от старости она просто засохла. Ломается, выпадает. Ниток очень много. И такой набор стоит 2700. Далее. Сэмплер. Вино и сыр. Набор начат. Значит, на льне. Кэшл, скорее всего. 28 каунт. Посмотрите, что получается, сколько отшито. Нитки разобраны, соответственно. Такой набор стоит 2000 рублей. Игрушки. Совы. Такие подвесы. Новые, запечатанные. 1500 рублей. Коллекция медведей. Новый, запечатанный, бисер с пуговками вложен, ленточка. Это, наверное, украшать их. Не вижу, правда, куда. А, вот пуговка, вот, наверное, сюда бисер. Такой набор стоит 2500. Медведь и подсолнухи. Очень яркий будет набор. Такой стоит 2500 рублей. Спящие медведи. Новые, запечатанные. 2700. Три девочки. Новые, запечатанные. Нежное сочетание основы и нитки. Американская мы здесь видим Аида. 2300. Девочка на пляже. Ну, какая хорошенькая. Новый, запечатанный. Тоже очень красивое сочетание основы и ниток. Очень нежное. 2000 рублей. Дети зимой. Новый, запечатанный. 1800. Девочка и мальчик рыбачат. Новый набор, но у него вскрыта верхушка. Здесь
все на месте. Эти нежные нитки очень красивые. Такой набор стоит 1200. Японка. Новый запечатанный рустикальный Аида. 2000 рублей. Иисус Христос. Такой набор стоит 1000 рублей. Садовница. Старенький набор, ведь такое маленькое превью совсем. Она везет в тележке малыша. Красивые нитки. 1500 рублей. И теперь посмотрим с вами новогодние наборы от Жанлин. Сапог с белым котенком. Запечатан. Нет, не запечатан. Видите, как-то скотчем. Но он такой пришел с eBay, поэтому не будем его сейчас раскрывать. Тут все в порядке, на месте, судя по всему. Такой набор стоит 2400. Беллпул с детьми. Новый, запечатанный. А, я поняла, здесь, видите, я думаю, как же он продавался на Валбересе. Это положили его в пакет из-под Валбереса, потому что он, видимо, вскрыт. Но здесь все в порядке, все на месте. И он стоит 1800. Игрушки-ангелы. 6 штук. Смотрите, какая здесь комплектация. То есть здесь кроме металлика еще есть кружева. И вот этот кант, чтобы оформить. 2300. Собрание снеговиков. Это дизайн Alma Line. Такие вот здесь нитки. Много пуговок. И такой набор 2200. Набор 3 снеговика. Семья такая новая, запечатанный. Все в порядке. 1300. Беллпул с сантами. Новый, запечатанный. 1800. Смотрите, какой дизайн. Санта на черной равномерке. Видите? Много ниток. Бисер, металлик. Чуть-чуть повреждена упаковка, но ничего не выпало. И такой набор стоит 2900. Санта и мальчик. Тоже старенький наборчик. Такой комплектация. Новый запечатанный. 1200. И последний набор от Жанлин. Это Санта и список подарков. Новый запечатанный с бисером. 1800. Теперь переходим к Буцилле. И что у нас есть? Начнем, наверное, с наборов, которые идут в комплектацию с домиками. Посмотрим, что же у нас тут имеется. Первый домик. Это такой... Как
он называется? Магазин игрушек, да? То есть шоп. Здесь все в порядке. Единственное, что у него соединилась крыша. Вот наверху, вот здесь вот. Но это все легко решается. Такой набор стоит 1500 рублей. Зимний сад. Сюда входит домик плюс пяльца. Ну и, соответственно, основа, нитки. 2200. Домик с сантами. Две двести. И такой вот домик в примитивном стиле. Вертикальная вида. 1500 рублей. Теперь переходим к обычным наборам. Это маленький набор от Буцилла, сказка на ночь. Новый, запечатанный. 500 рублей. Набор называется «Спокойствие» с ракушками. Новый, запечатанный. 1700. Винтажные сумочки. На равномерке. Новый, запечатанный. 2500. Набор называется «Буквы в осенних цветах». Новый, запечатанный. 1500 рублей. Четыре сезонных топиария. Набор переупакован. Нитки есть в поддельном пакете, все в порядке. 2200. Сэмплер с деревом. Новый, запечатанный. 2200. Иисус Христос на равномерке. 3700. Семья медведей. 2400. Медведи в саду. Новый, запечатанный. 3000 рублей. Пикник у медведей. Новый, запечатанный. 2800. Набор называется «Бриллиантовая улица». Diamond Avenue. Переупакован. Нет, в отдельно запечатанных пакетах. Все в порядке. 2800. Белая церковь. Набор запечатан. 1800. Это домики 4 сезона. Новые, запечатанные. 2200. Красивый набор. Рукодельный магазин. Это мне уже пора такой, да, вышивать. 2700. Был пул с бабочками и цветами.
красивый набор. 3,5. Беллпул с зимними птицами. Здесь даже есть деревянные подвесы, на которые вешается металлическая нить, бисер. Судя по всему, где-то есть шармики. Но так как набор запечатан, смотреть мы не можем. Где-то там, видимо, внутри. А вот видите, там под бисером эти шармики лежат. И такой подвес с беллпул зимними птицами стоит 2300. Набор 5 скворечников. Переупакован. 2600. Очень красивый весенний набор. Голубой скворечник и птицы. Новый запечатанный. 2200. В этом наборе два дизайна идет. Два дизайна с птицами. 2800. Новый запечатанный. Такой вот милый щенок с утками. Новый, запечатанный. 1800. Два одинаковых набора. Котята в библиотеке. Набор одинаковый. Запечатанный. Каждый стоит по 2000 рублей. Котенок и бабочка. Набор на равномерке. На знаменитый отличнейшего качества равномерки от Буцилла. Такой отдельно не купишь. Такой набор стоит 3,5. Волк. На Аиде. 3200. Небесный ангел на равномерке. Набор от дизайн, от студии Дизайн Кулер. 2500. Посмотрите, какой дизайн, очень нежный. Спящий малыш. Нежные здесь нитки, набор запечатан. Очень легкий, но очень красивый дизайн. 3300. Мама с ребенком. Тоже посмотрите, какие нежные нитки. Нежная основа, очень красивое сочетание. Хорошо здесь проработаны лица, кстати говоря. Такой набор стоит 2600. Очень редкий набор. Это называется «Сбежавшая невеста». А почему «Сбежавшая»? Значит, особенность этого набора, что он вышивается вот на этой буцилловской равномерке, которую очень сложно заменить. И по цвету, и по качеству. Красивый будет набор. Такой набор стоит 4000 рублей. Ангел урожая. Дизайн от Alma Line. 1500 рублей. Набор зимний сад. Нежные, красивые нитки, запечатанные. 1800.
Набор с белыми цветами называется «Моя мама, мой друг». Красивые нитки, просто волшебные. Равномерки. 2,5. Букет в вазе. 2500. Пастельные розы, новые, запечатанные, очень красивые цвета ниток, 1900. И редкий набор от студии дизайн Кулер, Сэнди Ортон, набор переупакован на равномерке, здесь копия схема увеличена, уже склеена. Набор не начат. Его только собирались начинать. И такой набор стоит 5500. Сапог с пейзажем. Новый, запечатанный. Входит в фетр. 2700. Сапог с музыкальными инструментами. Новый, запечатанный. А это для обратной стороны ткань, уже размеченная. Такой набор стоит 2300. Сапог со снеговиками. Сюда входит металлизированная нить и вот такие вот большие колокольчики. И там фетр, видите, просвечивает темный на обратную сторону. И сюда вот эти бубенцы пришиваются. 2500. Сапог с Сантой-садовником. Новый, запечатанный. 3700. Сапог с Сантой-рыбаком. Новый, запечатанный, фетр. Красивые шармы. Видите, они тут развешаны везде. Такой набор стоит 3500. Сапог с Сантой в санях на оленях. Нитки разобраны, набор переупакован. 2400. Набор игрушек. Снеговики 10 штук на аиде. Хотя по превью кажется, что на пластике. Как они оформили тогда? Такой набор стоит 2600. Набор Тедди в джинсах. 6 штук. Тоже, видимо, фетр входит мягкий внутри. 2200. Санта игрушки, пинки по такие, 12 штук. Таких наборов 2 экземпляра. Они одинаковые, запечатаны оба. Внутри есть фетр. И такие наборы по 2500. Набор 25 мини-игрушек с сантами. Запечатанные с фетром на обратную сторону. 2600.
Список подарков у Санты. Набор переупакован, нитки разобраны. 1700. Баннер Санта. Сюда входит деревянный сам подвес. Он, видите, какой большой. Кружева, ткань на сам баннер. Большие колокольчики такие винтажные. Хорошая комплектация. А, это не колокольчики, это вот наконечники на деревяшку. Такой баннер стоит 2300. Набор Advent календарь. Очень интересный набор. Деревянный подвес, бисер, пайетки, много шармов, нитки. Посмотрите, какое количество здесь шармов. То есть вот. Видите, они все разные. Вот везде. И вот на вот этот бисер и пайетки на каждый день, на каждый день до Рождества на 25 дней вешается какая-то конфетка, да? Или подарочек. Вот очень красивый, интересный, редкий адвент-календарь. И туда, кстати, входит, видите, фетр на обратную сторону, тонкий, плотный. Такой набор стоит 5000 рублей. И последний набор. Я люблю Санту. Набор от также Буцилос. Он переупакован с фетром, с нитками. 1700.